Здравствуйте всем, привет всем, мои родные, мои дорогие подписчики. Сегодня с Олегом Монголом, с Федором Кочегаром, с Феодором, с Федей мы будем пробовать, оценивать, дегустировать на вкус аромат рыбы. Называется? Форель. Форель. Золотая сегодня форель. Обедать будем. И пробовать, оценивать, дегустировать, и обедать будем. Что обедать надо, да? Конечно. Двигайся. Иди сюда, присаживайся, присаживайся. Давай, Паша, сегодня будем... Да вот к нам, присоединился... Смотри, больше влезет, да? Паша. Вот тебя да? Это... Хали-гали, собаки, сандали всем! Вот. Ну, рыба очень ароматна по сравнению с тем, что в магазинах, да? Ну, конечно. Это свежак. Это же... Смотри, тебя сейчас за яйца схватят. Под ноги посмотри. А что там? Кошак, ё-моё. По своему. Котяра местная. Вот, давайте пробовать. Тут у нас все по-культурному, тут у нас водичка, тут водичка у нас, Аян, а и что? Рыбка. Сейчас Олег скажет свое мнение про рыбу, Феодор скажет мнение, и Паша ушел почему-то. За хлебом побежал. А, за... ну можно и без хлеба, чтобы больше аромата учить. Хлеб здесь аромат, раз, нет. Да, ну я тоже как-то раз видела, ни хрена ты как яйца поешь. Можно, блядь, три яйца сразу засунуть. Видя. Ну, вкусно, кстати, зажарено, да. Обалденно. Кто готовил? Супер-пупер. А это, наверное, видала, как мы с Олегом ели, да? Да, и почему? Когда я у вас была, так а, спрашиваю. Да, да, да. Когда там Аля была, там, или Уля, нахуй, как вот, там. Вот, или Улю, Алю, блин, гусей, нахуй. Смотри, не прогони. Вкусно очень. Вот здесь, бери. Присоединяйтесь. Так не садись, садись. Давай, Паша. Посадят. Это чисто, чисто вот, мужская вот. Компания, да? А почему? Я закрыл мясо. Да не. Очень вкусно. Скажите свое мнение вот этой рыбки. Ну форель-то это вообще классная. Классная красная. Классная и красная. Все так хотел сказать? Да. Обалденная вещь. На выше. Кстати, не забудь, мы уже попробовали. Мы уже ели. Один хакас, другой зомби, гетельман и безумный Паша. Вот это мужская компания. Вся братва собралась. Братаны, нахуй, смотрите, как у вас нахуй никуда не закинули. Так мы одна бригада, ё-моё, что ты говоришь? Мы сами вступаемся. Как бы к нам никого не закинули. Вот к нам, да. А тут идут по лесу, раз в поворот, а тут мы, да, Паша? Мы вообще прям налегке. Кого ты съешь-то, если я тебе нахуй с ноги навернул, ты, блядь, как-то собачка в машине, нахуй. Замучился. Я думал, ты у нас на диване уснешь, блядь. Не усну. Вот надо было в натуре чупа-чуп взять, нахуй, чтобы ты пососал. Не, очень вкусно. Молодец. Ну так дома лежит около телек. Ты даже будешь до тебя распечатал еще? Нет, конечно. Для себя оставил. Запечатано. Тебя ждет. Ах ты ебана. Да какие мне нахуй, мне не до конфет нахуй пока. Понятно. Сама как конфетка. Я сегодня вот кожу нахуй приварила. Посмотрите, сама все лазим. Все лазим. Посмотри. Точно? И Паша лазит, да? Все лазим. А представьте, если бы мы все были бы полными на один вес. Все лазим, говорит, и все вылазим. Вот так. Только откуда? Нихуя ты кошечку оставь. Ты ее и собрался, что ли? Нет, ты убираешь. Что там? Как же, блядь? Золотую долю, жиганскую волю, мурку в ресторане. И зеленый в кармане. Да, да. Вообще красава. Это, Ир, как ты начал говорил тут там это? Что я тебе говорил? Не-не-не. Не мне. Как на вкус? За. Нормально. А что делать? Там, Че за? За смысл. Ё-моё. Честно слово. За что ты мне имеешь в виду-то нахуй? Я могу сказать только вот тебе за. Из-под пуза. Монгол, реально достается тебе. Да не говори, ну сегодня что-то мне в таком ударе, или в угаре, или в ударе. Сам понять не могу. Я в угаре, в перегаре, еще раз в ударе. Как обидно. Ну я вижу. Когда обедаем, это очень. Когда вкусно обедаем, это хорошо. Когда весело обедаем, это вдвое лучше, да? Лучше пища переваривается. Так что. Да. Знаешь. Да ты что встал там полурогом? Привык что ли? Бахан! Че ты? Бахан! Ты где говорю по сигарету? Что-то давай курнем, короче. Че мы? Курнем, чефернем, отдохнем. Че это такое? Курим, работаем.
курим, чиферим, работаем. На так а что здесь будем курить, что ли? Прямо вот при всех нахуй. А что тебе? А я не куряши уже. Они-то не курят, наверное. Я уже не куряши. Все же в воздухе. Что тебе? Мы же не в закрытом помещении. Феня, твое мнение, вот при народе. Твое мнение. Что ты думаешь, что я бросил курить и пить совсем? Ну не знаю, не знаю, нафиг. Ты проверял когда-нибудь, как ты себя чувствуешь, когда не пьешь, не куришь вообще? Я проверял себя. Когда безусловно. Это было? Когда это было? Ой, блин. Безусловно, уголовно. И кодекс чести тебе, короче. Как бы сказать, это большая новость. Федор бросает пить и курить. Вот так да? Веселимся, отдыхаем. Вы здоровее, круче, бомжорно. Безумный пажа с вами, Коля. Потому что, как Федор родился, в первые же дни закурил и запил. Вот теперь скоро бросать будет. Вот так. Закурил, это правда, запил или я и родил. Не, я не знаю, может, я думал так. Потому что ему врачи прочистили во рту спиртом, да? Дрочи, врачи, пропусти нахуй. Сразу. Потом во рту тебе прочистили, не знаю. Вот жена отжигает. Реально могила. Это такой обед. У нас 2019 год. Сейчас, подожди, ничего. Какой день? Сегодня. Мамульке привет передал. Она вечером посмотрит. А, Лиза. Где мы тут тусуемся? Какое число я? Нормально. Хрен не знаю, тоже не помню. Тусуемся и. Ну сейчас хоть обречки. 9 апреля, да? Уебуемся нахуй. 9 апреля 2019 год. Вторник. Сегодня мы с Олегом Анголом Самоголом, с Федором Кочегаром Феодор, с Безумным Пашей, с Пашей и Иришкой. Мы сегодня пробуем с вами говорить на вкус аромат рыбку. Ну почему-то Иришка не хочет рыбку. Не лезь. Она же очень вкусная. Наверное, это. Я сама как рыбка нахуй. Фосфор калорийный. Так что? Из-за Енисея нахуй. Ну что тебе? Ну с Енисея подтягивать, ну ладно. Что тебе? Хотел сказать пепельницу, да? Вон, с тобой пепельница. Горжить ты тоже нельзя. Ну, чтобы листва не загорелась. А если загорится, ты пойдешь тушить. Да я со своего шланга. Охуй вообще, со своего шланга потушу нахуй.